Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал AMarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями. Конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал AMarkets с торговыми идеями, в котором каждый день мы постим дополнительный аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Ну что, сегодня стартует двухдневное заседание американского регулятора. Итоги будут подведены в среду, и, пожалуй, изначально этому событию можно отвести статус самого значимого для финансовых рынков с точки зрения последствий, потому что монетарная политика американского регулятора повлияет на курс доллара, на доходность американских облигаций, на фондовый рынок и, соответственно, на все глобальные настроения. Честно говоря, в текущих условиях уместно даже сохранять так называемый эфир радиомолчания, когда какие-то дополнительные комментарии уже излишне, потому что в конечном счете все будет зависеть от того, что скажет американский регулятор. Но наша задача все-таки сейчас реагировать на те настроения, которые есть, на то, как они меняются, и продолжать говорить о тех идеях, которые находятся в нашем портфеле, смотреть за тем, как меняются котировки и сопровождать, собственно, эти сделки. Сегодня на повестке экономического календаря отчет по ВВП еврозоны в 10:00 по GMT. Европейская валюта вчера просела, локальные котировки 1.0845. Это было обусловлено, опять же, локальным ростом курса американского доллара и выходом слабых данных по ВВП Германии. В квартальном выражении ВВП ведущего локомотива валютного блока просел на 0,2%. И снижение квартального показателя вновь вернуло на рынок спекуляции, а что если немецкая экономика окажется в рецессии, а что если еврозона не минует глубокого экономического спада. Наверное, то, что такие настроения снова появились, доказывает, что рынок в текущих условиях остается безыдейный и фактически панически реагирует на каждый отчет, который несколько расходится с тем, что имеет отношение к позитивной тенденции. Я много раз вам говорил, друзья, на текущем этапе каких-то питать ложных иллюзий относительно того, что евро улетит совсем космическим уровнем 1.15, 1.20, не нужно. Для того, чтобы у евро действительно были основания для долгосрочного роста, нужно разобраться с тем, что будет с американской монетарной политикой. С этим мы пока еще не разобрались. Поэтому, возвращаясь к евро, у нас в арсенале была спекулятивная сделка, что хотя бы на росте волатильности может быть протестирован уровень 1.10. Сегодня, кстати, когда выйдут данные по ВВП еврозоны в целом, в случае хороших показателей покупатели также быстро могут вернуться на рынок, как бежали с него после выхода слабых данных по ВВП. Ну и, конечно же, мы еще ждем заседания Европейского Центрального Банка. Даже акцента, намека на сохранение высоких темпов повышения процентной ставки до середины года, до конца превзойдет ожидание того, что сейчас присутствует на рынке касательно действий американского регулятора. Это тоже должно быть попутным ветром для европейской валюты. Но, опять же, снова повторяю, друзья, это краткосрочный такой посыл в отношении главного валютного риска. Что касается индекса доллара, то здесь мы понемногу растем, 102 пункта. Не знаю, это уже разворот, который в конечном счете приведет доллар к локальному максимуму или пока что спекуляции перед заседанием американского регулятора. Я бы не делал сейчас большую ставку на то, что вот он рост уже пошел, потому что сначала нужно переварить итоги заседания Федрезерва. Это вечер среды, у нас есть 2 дня, друзья, чтобы попробовать еще попытать удачу в тех же самых рисковых инструментах. Но в отношении доллара, конечно же, сейчас трейдеры расколоты на 2 лагеря. Те, кто считает, что последнее снижение инфляции, ротация голосующих членов американского регулятора, все это акценты на то, что политика Федрезерва станет со временем более мягкой. Другие считают, что последние макроэкономические данные сильные, инфляция хоть и снизилась, но существенно отстает от целевого ориентира. И вообще сейчас есть условия для того, чтобы американский регулятор все же остался приверженцем жесткой монетарной политики. И это нормально, вот эти качели настроений. Нам нужно дождаться непосредственно выступления Пауэлла. Нас не интересует фактическая процентная ставка, нас интересует намеки на пиковые значения процентной ставки и потенциальные сроки смягчения монетарной политикой. Долгосрочная, конечно же, ставка, наверное, вы помните, по индексу доллара, лично в моем представлении, это рост этого актива, поэтому я давно держу лонги по этому инструменту и очень надеюсь на то, что к концу недели все-таки индекс доллара сможет выбраться на новый максимум. Золото 1919 долларов за тройскую унцию, но важно, индекс рыночных настроений сильно изменился, и сейчас у нас баланс. Раньше мы отталкивались от данных индекса рыночных настроений и принимали решение о том, что можно делать с золотом. Сейчас, поскольку на рынке вот такое распределение 50 на 50 практически, я принял решение закрыть золото и последить за ситуацией, что и вам тоже рекомендую, друзья. Всем клиентам компании AMarkets в терминалах доступны индексы рыночных настроений по разным инструментам. Смотрите за золотом, увидите снова экстремальные уровни 30-70, вот, пожалуйста, вам отличный сигнал, чтобы входить в сделку. Я так же, как и вы, буду следить за этим индексом настроений, как будет меняться расстановка сил по ходу приближения итогов заседания американского регулятора. И если снова увижу серьезный перекос, то приму решение об открытии повторного ордера. Будет возможность на завтрашнем брифинге перед заседанием Федрезерва сделать на это акцент. Если настроение изменится, я обязательно это сделаю. Доллар-канадец 1.3409, друзья. Сегодня в 13.30 ВВП Канады, поэтому есть еще возможность для канадца получить фундаментальную поддержку, почему бы не на этом релизе. Цели 1.32 все еще актуальны. Доллар-иена 130.26. Ждем смену руководства Банка Японии. Скорее всего, на смену Курода придет Такетеши Ито, который сторонник радикального подхода в плане изменения политики. Вот я за ним присматриваюсь последние 2 недели. Точно могу сказать, что он примет решение об отказе от четкого контроля границ доходности, допустимого колебания доходности национальных облигаций и, скорее всего, анонсирует первое за много лет повышение процентной ставки. Поэтому здесь я без каких-либо сомнений сторонник того, что пара доллар-иена будет снижаться. Рынок нефти 84.13. Два очень важных фундаментальных повода впереди событий. Это заседание ОПЕК 1 февраля и эмбарго на поставку нефтепродуктов российских 5 февраля. Каждый из этих событий потенциально источник серьезного роста для черного золота, поэтому пока что длинные позиции в приоритете. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!